Томская воспитательная колония. За этим забором несовершеннолетние преступницы в возрасте от 14 до 18 лет. За последние 5 лет число осужденных здесь, как и в других воспитательных колониях, сократилось в 4 раза. По новому законодательству, несовершеннолетних теперь не лишают свободы за незначительные преступления. И потому сейчас в колонии лишь те, кто осужден по серьезным статьям. Убийство, грабеж, разбой. Девочки от 14 до 18 лет. Был помоложе, просматривая фильм «Место встречи изменить нельзя» по братьям Вайнерам. Ведь произведение называется «Эра милосердия». И даже помню, в молодости, смотря этот фильм, значит, и думал, ну как, тоже по типу Жиглова, не, только, вот, только карательные. А вот, может быть, становясь старше, может быть, больше работая вот с нашими девчонками, с нашими детьми, воспитанницами, все-таки приходишь к выводу, что все-таки доброта. Доброта. И от этого не уйти. Это просто закон жизни. Вот это зернышко добра. Добра, оно, добра. Оно, все-таки добра. Надо сеять. На какую... Если ты посеял чертополох, не жди, что вырастет пшеница. Надо все-таки сеять пшеницу, чтобы выросла пшеница. Даже несмотря на то, что часто почва каменистая. Да, но... да, не растет, не растет. Но бросаешь, не растет. Бросаешь, но... ну это надо. Надо это делать. В такие моменты, мне кажется, девчонки забывают, что находятся в колонии. Еще бы! Впереди финал конкурса «Мисс года», в котором, кроме танцев, надо еще и петь, и читать стихи, и уметь собственными руками сшить платье. Только в этом случае можно победить и увидеть себя на телеэкране. Нашу жизнь уже невозможно представить себе без телевидения. Оно с нами всюду. И даже здесь, в зоне. Вот так рождаются темы сюжетов и программ телевизионной студии, или официально ТВК-2, что расшифровывается как «Телевидение воспитательной колонии номер 2». Какую цель вы ставите перед своей студией? Воспитание будущих телевизионных звезд? Да нет такой цели грандиозной, мы не ставим, чтобы сделать из наших воспитанниц телеведущих. Я думаю, что это не обязательно. А цель, во-первых, заставить их заниматься чем-то полезным. Это основная наша цель, организация досуга. Во-вторых, мы работаем над текстом. То есть они начинают сочинять, придумывать, оформлять. Кто-то проявляет там свои какие-то чувства юмора свое, да. Кто-то вот лирику свою имеет, такую наклонность, да. То есть вот они тут развиваются даже в таких направлениях, которых я не ожидаю от них. Они для меня тоже раскрываются. Мне это очень интересно в этой работе. Кто-то, наоборот, начинает вести себя очень дисциплинированно. Кто-то инициативу проявляет. То есть вот это самая главная цель. По сути дела, это была... скорее игра в телевидение, чем само телевидение, по сути дела, телевидение, да? Но она со временем стала чем-то более серьезным, чем просто игра. Это воспитательный процесс больше. Они задействованы. Они даже сами не понимают иногда, что они втягиваются в этот процесс. Mm-hmm. Они становятся серьезными, мудрее, внимательнее. Они научатся уже смотреть на мир другими глазами. У меня даже возникают такие проблемы с монтажом. Девочка, которая этим занимается, она очень много... допустим, репортаж какой-то очень много берет об этом каком-то репортаже. Говорю, почему ты так долго? Это неинтересно уже, там, концертная программа. Она говорит, Ирина Васильевна, пусть они на себя посмотрят. Им же это интересно.
Они хотят посмотреть на себя со стороны и увидеть, какие они красивые, какие они талантливые, какие они успешные. Вот это очень важно. Они, вот эти девчонки, авторы, редакторы, операторы, монтажеры ТВК-2, никогда не делают сюжетов о себе самих. Но волшебство телевидения заключается в том, что твое «я», твое отношение, твоя позиция обязательно проявится в том, что ты делаешь для экрана. И получается, что, задумывая программу о жизни колонии, ты невольно задумываешься и о себе. Перед вами стоит очень серьезная, да, творческая задача. Да? Угу. То есть дать портрет колонии вашей за целый год. Да? Ага. Ну и вот как вы считаете, что вы будете показывать? Мы составили для себя план, вот именно, что мы будем все прошедшие мероприятия, которые прошли в нашей колонии, как объединим это в одно целое. Самое главное у нас мероприятие, это, конечно, Мисс ВК. Мисс ВК, да? Это такой мощный конкурс красоты. И талантов. Да. И таланта. Мы сами шьем и вышиваем. Также с нами работают хореографы и вокалисты. В вашу задачу входит еще вот освещение каких-то мероприятий, да, в жизни колонии. Если мы как бы за 2 недели собираем материал, все это обговариваем, как бы, да, снимаем все это и сделаем монтаж. У нас Ирина сильно проверяет материал, и все, мы даем девчонкам на просмотр. Не приходило вам в голову, что, может быть, вам изредка рассказывать о ваших воспитателях? Было бы здорово вам, значит, сделать интервью с начальником колонии, с его заместителями. Угу. Вот что за люди, о чем они думают, как они к вам относятся? Девчонкам это было бы интересно, наверное, да? Хорошая идея. И они вам наверняка не откажут, они согласятся, потому что у вас аудитория, вон какая, целая колония. Потом мне, знаете, кажется, что было бы очень здорово, вот когда приезжает мама на свидание. Вот к тебе приезжала мама на свидание? Да, приезжала. Не сказала мама, извини меня, прости меня, пожалуйста? Ой, сколько можно? В каждом письме я прошу это прощение. И все равно, кажется, мало. Угу. Надо еще. Вот это вина на всю жизнь, да? Ну да. Когда смотришь на этих девчонок, невольно задумываешься, что заставило их совершить преступление. Ну, жила вот девочка нормальная, да, Оля Кокарева, ходила в школу, любила маму и папу. Когда все это началось? С чего это все началось? Вот с какого-то события? Или с какой-то встречи? Наверное, с какой-то встречи. Сколько тебе было тогда лет? 13 лет. 13 лет. Что это за встреча и как она произошла? Ну, одна моя знакомая познакомила меня с молодым человеком. Он был на меня, как бы, меня намного старше. На него заглядывались девчонки. Тебе лестно было его внимание. Да, ну, такой, да, взрослый так человек. И вот вдруг он отдает предпочтение тебе, да? Я правильно, да, предполагаю? Да? Ну, в какой-то момент вы стали там с ним близки. Да? Вот была это любовь настоящая? Если анализировать, то это была ошибка. Ошибка. Но это ты сейчас говоришь, а тогда у тебя тогда шла немного... Тогда как это розовая пелена. Первый мужчина, да? 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 Ну, дальше я ушла из дома. Так. У меня мама с папой очень как бы были против, чтобы я с ним общалась, какие-то имела отношения. А почему мама против была? Ну, потому что, например, она понимала то, что как бы этот человек не для меня. Ага. Около 2 месяцев не жила дома. Ты у него жила? Да. Поначалу Ольга не знала о планах своего возлюбленного. Просто как бы гуляли вечером поздно. Ну, что-то, видимо, такое произошло, то, что бах, и мы уже бежим куда-то вообще не в понятном направлении. Но ты поняла, что вы совершили преступление?
Но сначала я этого не осознавала. Но в итоге мы совершили 5 нападений. Слушай, а вот как вот сам процесс вот этого грабежа, как он происходил? Ну, присматривали человека. Вот. А молодой человек нападал сзади. Ага. С палкой. Гири. Да. И все, вырывал там сумки, и все, мы убежали. Ты не задумывался вот так ни разу, что вот он бил человека, он мог убить, да? Ну, тогда не задумывался. Когда смотришь на этих девчонок, трудно поверить, что это именно они грабили, убивали. Однако стоит перелистать их личные дела, и все сомнения исчезают. Но все равно что-то внутри мешает смириться даже с документально подтвержденными фактами. И начинаешь думать, а где же были взрослые? Почему они не удержали их от рокового шага? Не смогли, а может быть, не захотели? И вот теперь этими девчонками занимаются работники колонии. Вы знаете, я здесь вот буквально скажу несколько слов таких. Женщины, по своей сути, в отличие от мужчины, это нечто природное. Мужчинами все-таки становятся. Женщинами не становятся. Женщинами рождаются. Если взять преступников, несовершеннолетних, правонарушителей, мальчишек и девчонок. Но девчонки все-таки в большей, мне так кажется, степени жертвы. Вспомните из истории хотя бы одну женщину, которая начала войну. Вы можете вспомнить? Ну, если вспомним, то их было. Их было, да. Раз, два и... Ну, опять-таки, возвращаюсь к природности, структурированности. Мужчинами становятся, женщинами рождаются. Женщинами рождаются. К сожалению, на свободе большинство этих девчонок даже не подозревали о существовании этой истины. И только здесь, в колонии, они начали открывать для себя ее смысл, задумываться над ее непременными составляющими, такими как честь, сострадание, материнское начало. В своей каждодневной работе, общении с воспитанницами, сотрудники колонии незаметно и тактично делают акцент именно на этом. Что это будет? Новостейный сюжет? Фрагмент будущего итогового фильма? Пока сказать трудно. Но в любом случае, это их жизнь. К нам, когда приезжают новые, вновь прибывшие, мы их называем, осужденные, да, они всегда, как правило, едут сюда со страхом. Потому что для них это первое место отбывания наказания. Да? Вот, когда они сюда едут, когда они их везут, там они много слышат чаще всего плохого, что там могут и то, и притеснять, и бить там, или еще что-то. А тут мы им сразу начинаем показывать фильмы о колонии. Фильмы о наших выездах, фильмы о колонии, фильмы о наших мероприятиях. И они прямо, я захожу, допустим, к ним на беседу, они мне уже говорят, а мы видели вас по телевизору, нам показывали кассеты. Вот вы знаете, меня заинтересовал футбол, меня заинтересовал танцы, я люблю танцевать, а я петь умею. То есть они, глядя на эти программы, они себя видят уже в них. Понимаете? Вот, понимаете, как это важно? Да. Я им еще раз говорила, что любое ваше телевидение – это очень ответственная вещь, и все, что вы показываете, должно быть на пользу. Человек, глядя ваши передачи, должен что-то для себя полезное брать. У него должно быть от ваших телерепортажей должно подниматься прежде всего настроение, подниматься вера в то, что что-то хорошее, то есть нести какую-то нравственную нагрузку, да, духовную нагрузку. У нас есть к чему стремиться и работать над собой вот с утра до вечера. То есть наше телевидение должно, как у нас говорят так языком, делаем стимулировать желание человека меняться в лучшую сторону. Вот за этим я как бы вот слежу, подсказываю, что можно еще сделать. Я могу подсказывать им. Но я им всегда говорю, мне интересно, я могу напридумывать, говорю, все что угодно, но мне интересна ваша инициатива, что вы мне будете предлагать. В последние годы телевидение критикуют много и часто справедливо. Но в этой маленькой студии я еще раз убедился, что само по себе телевидение ни в чем не виновато. Оно может объединять людей, помогать им понимать друг друга. Все дело в целях, которые ставят перед собой создатели телевидения. К
казалось бы, здесь такое место, да, ну, не самое, в общем, приятное это, да, и не самое лучшее в жизни. А тем не менее, вот каждый из вас, да, не раз тут встречалась вот с каким-то, ну, проявлением такой настоящей доброты, человеческого отношения к себе, да? Может быть, даже чаще, чем вот там. Угу. Прав я? Конечно. Вот вы же приехали сюда, вы обиженные на весь белый свет. Приговор несправедлив. Да, я тоже так думаю. Почему 3 года? Почему не 2 года? Когда, как вот каждая из вас приходила, ну, к такому пониманию, что вот те, кто вокруг вас, в общем, вам не враги. Вот там Ирина Васильевна, разве враг, да? Но только ведь самый лучший не друг. Сразу это вы понимаете. Конечно, не сразу. Со временем, ты видишь, когда, да, как к тебе общаешься, когда с этим человеком. Отношение, которое к тебе. Отношения. Потом уже как-то. То есть вот должно пройти, ну, мне сколько, как-то... как минимум полгода, да, вот. Адаптационный период. Ну да. Да. И потом как бы потихонечку начинаешь прозревать. Привыкать, да, к людям, присматриваться и видеть в них добро, что они делают для тебя добро. Если бы вы не попали в колонию, могло быть хуже? Могло. Могло быть. И намного могло быть. Многие так и считают. Многие так считают. Потому что даже вот по себе судить можем. Вот я всегда говорила и говорю, что если бы, мне кажется, я не попала бы сюда, может быть, меня бы уже и не было. Здесь жизнь каждой из этих девчонок расписана по часам и минутам и подчинена жесткому распорядку. Чтобы никто не спешил и не опаздывал, передвижение по зоне только строем. На работу, в школу и ПТУ, даже на просмотр телевизионной программы. Немножко она остается. Начинаем вот с верхнего, да? Здесь, в колонии, каждую передачу ждут с особым нетерпением, потому что если всюду телевидение про других, то здесь телевидение про себя. Этим девчонкам досталось в их жизни. Они видели действительно изнанку и дно, да? Вы же должны давать им понять, что у них могут быть и счастливые семьи, и любовь, и дети. А для этого мы и создали такую рубрику «Нам пишут». Эта рубрика была создана для того, чтобы озвучивать те письма от тех, кто находится на свободе. То есть девчонка уезжает и все равно продолжает нам еще достаточно долгое время писать воспитателям, учителям, мастерам, писать девчонкам. У кого что-то получается, им хочется поделиться своими радостями и своими успехами. И поэтому вот эти письма с таким вот позитивом мы стараемся озвучивать, потому что это тоже очень важно. Нам самое главное, я уже говорила, да, чтобы наше телевидение давало надежду на то, что будет лучше. Женщинами рождаются. Начальник колонии Валерий Иванович Овсянников знает, что говорит. Но я уверен, что и Валерий Иванович, и его коллеги знают и то, сколько нужно тепла, терпения и заботы, чтобы родившиеся росточки не погибли, а крепли, росли и развивались. Мы иногда некоторым девчонкам сами предлагаем посетить луч. Именно тем девчонкам, у кого были проблемы ранее в семье. Ну, у нас была девочка, да, я привяжу пример. У нее были приемные родители, и она не ценила, и она не понимала смысла того подвига, который совершали, а я это называю подвигом, совершали ее родители, забрав ее из роддома от матери, которая от нее отказалась, да, там, алкоголичка. Она очень нехорошо отзывалась о них и вот вела себя так, что это вот они мне не дали, мне не додали. Я ей сама предложила сходить в детский реабилитационный центр. И мы с ней разговаривали. Посмотри, говорю, у этих детей, в принципе, есть все. Игрушки, добрые, хорошие воспитатели. У них нет самого главного. У них нет семьи. Нет папы, нет мамы, в которую можно залезть в любое время на руки, да, чтобы тебя приласкали, согрели, да, сказали доброе слово. И когда она уже уходила отсюда, она сказала мне фразу, от которой даже у меня как бы появились слезы, что я скучаю за мамой. Понимаете? Это очень дорого стоит.
Потом, после посещения центра «Луч», многие воспитанницы пишут о том, что они здесь почувствовали и пережили. Причем, что меня удивило, безо всяких просьб воспитателей. Когда ты приходишь и видишь, как в глазах этого мальчика или девочки загорается огонек счастья, сердце просто не выдерживает, и слезы наворачиваются. Но многие этого не понимают и даже не ценят. Когда пришло время с ними расставаться, мне не хотелось уходить. На сердце встал комок, и девочка обняла меня и говорит: «Я буду тебя ждать, приходи почаще». Вот именно тогда мне стало настолько больно, я словно слышала крик своей души. Я смотрю на этих детишек, и у меня в голове промелькнула мысль: ведь я тоже могла быть без родителей. Но я очень рада, что у меня есть любящая меня мама, и я знаю, что она меня никогда не бросит. Скоро этот сюжет выйдет в эфир и заставит кого-то задуматься и об этих несчастных детях, и, конечно же, о себе. Ты сама понимаешь, что сидишь здесь за дело. Мама за что страдает? Вот думала ведь неоднократно, да? Думала. Вот если взвесить все это вот так, вот мамино горе, мамины слезы и твои там минуты, ну, счастья, скажем так, которые давным-давно закончились, разве вот это равноценно? Нет. Вот если бы сейчас начать вот отмотать, да. Ну, я бы, наверное, постаралась не совершить этой ошибки. Потому что действительно мама для меня очень ценный человек, и это я поняла вдали от нее уже. То, что это самые мои близкие люди, мама с папой. Какой ценой приходится постигать простые истины-то, да? Да. Я как-то раньше не задумывалась об этом, то, что маме может быть плохо, то, что она может о чем-то грустить, плакать. А сейчас как-то я уже, ну, уже поняла, то, что маме очень трудно без меня. Она ждет меня каждый день, каждый час, что я вот приду скоро. Всегда она думает обо мне, помнит меня. Теперь вся твоя будущая жизнь, она должна быть каким-то, знаешь, искуплением своей вины, да? Не будет большим преувеличением, если я скажу, что, значит, вот подавляющее большинство людей, с которыми вы тут работаете, это фанаты вот этого дела, да? Так уж сложилось вот именно, я не знаю, в воспитательных колониях, что люди, не фанаты этого дела, они долго не задерживаются. Вот это могу точно сказать. Для них это, ну, не знаю, тяжело, не тяжело, но отсеиваются. Из маленьких коллективов отделов. Не наш человек. Возможно, человек больше влечет его техника. Может быть, где-то там пусть занимается своим делом. А с людьми необходимо заниматься именно фанатом. Профессионалом, я бы так сказал. Профессионалом. И меня часто спрашивают, кто вы для ваших воспитанниц? Ну, кто вы? Ну, вот я так свое заключение так тоже перебирал по себе. Кто я? Адвокат? Нет, я не адвокат. Я не прокурор, да боже упаси. Я, что-то сказать, не секирой не стою. Гуру, некий учитель? Да тоже, наверное, нет. Ну, вот такой момент, как кем я являюсь для наших воспитанников? Я являюсь специалистом. Просто слово специалист, к которому они всегда могут обратиться. И я всегда профессионально окажу им. Ну, я военный врач по образованию, поэтому мне окажу им помощь. Специализация у этого специалиста — человеческие души? Да, ближе к этому. Ну, человеческие души. Самое главное, я здесь до конца в Бога поверила. Бога поверила? Да. О судьбе Валерии Жабиной и ее подруг в следующей программе цикла «Родительский день».